В Лангепасе подростки научатся руководить. В городе стартовал муниципальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры». Этот проект даст возможность молодежи с менеджерскими способностями развить навыки работы в команде, понять, что такое делегирование, развить качества, которые позволят в будущем построить карьеру. Участникам проекта от 18 до 30 лет. В течение 2 недель молодые лидеры пройдут учебные и игровые модули, посетят серию профессиональных мастер-классов, попробуют себя в качестве руководителей департаментов, управлений и отделов администрации Лангепаса. Завершение их ждет конкурс. Я думаю, все участники хотят получить от этого конкурса рывок для своей профессиональной карьеры. Я не исключение. Как бы я планирую, что этот конкурс поможет мне дальнейшее развиваться, занимать какие-то должности или посты, возможно. Я на это надеюсь и буду стараться достигать своей цели. Для себя я узнала очень много полезных вещей, в том числе книги по личностному росту. Также очень сильно замотивировали сегодня нас на данном мероприятии, что не могло не радовать.